я не буду говорить другие какие-то нехорошие слова, но во всяком случае, поэтому многие пишут не так уж красиво о Иосифе. И это все неправда. Например, когда в первый раз мы шли к нему на день рождения, мы идем, и значит, здесь вот прошли большой дом, здесь это дом Руди, он на углу стоит. Я говорю, что? А что вы тут стоите? Он говорит, что я, значит, жду, должны приехать люди из Москвы, они не знают, где здесь, значит, ходы и выходы, вы идите туда. Я говорю, ну что, будем день рождения без героя праздновать? Ну вот пришли, потом через некоторое время он приходит с друзьями, это оказался Василий Аксенов. Он тогда был в Зените славы. И там начали некоторые действовать, ой, Вася, Вася, Иосиф, жду людей. Мне это так понравилось, что просто действительно, что такого? Вот жду людей, а не то, что там, я жду Вася Аксенова из Зенитика. И все нормально, совершенно, поэтому иногда меня спрашивают сейчас даже, в Бостоне часто, почему вот Иосиф так плохо отнесся к Василию Аксенову, они же друзья, но ему не понравилась его книга. А почему он должен, если не нравится, почему он должен говорить, что она ему нравится? А вот, и вот все время спрашивают, как это так вот нехорошо поступили. Вот, ну вот такая, значит, история с Иосифом. С Сережей Довлатовым мы познакомились, когда была такая в Союзе писателей была конференция. После того, как Иосиф освободился, Борис Борисович Вахтин, он тогда был очень такой заметной фигурой в Ленинграде. Он все время устраивал, он такой вальяжный, такой знаменитый довольно был. Он китаец, и его мать, это такая Вера Панова, и у него были большие связи, и он, значит, здрасте, вот я как раз тебе рассказала про его, типа, а вы и пришли. Пришел директор музея Бродского Михаил. Ну, и совсем правильно, вот. А я как раз и мы фильм посмотрели, и уже я рассказала, что про его, уже перехожу к Довлатову. Вот. И рассказала, как мы познакомились. Иосифом, теперь перехожу, как познакомились уже с Довлатовым. Когда устроил Борис Борисович Вахтин вот эту знаменитую ну, такую встречу творческой молодежи в Союзе писателей. Там были, значит, выступали писатели, и в конце читал стихи, значит, Иосиф Бродский. Ну, такое тоже было большое событие. И Сережа Довлатов тогда он тоже там выступал, и он прислал Якову такую книгу. Это была выпущена книга, советская такая, «Тля». Ну вот что вот эти вся это, значит, это все «Тля».